Сотрудники прокуратуры Ленинского района провели проверку исполнения акционерным обществом «Водоканал» бюджетного законодательства в части выплат дивидендов хозяйствующими субъектами. Проще говоря, «Водоканал» не перечислил в бюджет 25 миллионов рублей. Это 35% от чистой прибыли за 2017 год. Так положено по законодательству. И эту недостачу увидели только журналисты. По материалам, размещенным в СМИ, прокуратура и возбудила материал. Мэрия же, видимо, претензий к должникам не имела. К слову, за забывчивость «Водоканалу» не грозит даже штрафом. Указанная обязанность акционерным обществом 100% акций, которые у нас находятся в собственности муниципального образования, своевременно не исполнена. По факту выявленных нарушений прокуратуры Ленинского района в адрес общества внесено представление об устранении бюджетного законодательства, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, бюджет города пополнен на вышеназванную сумму.